На собрание прибыли делегаты из свыше 30 регионов России. Так, чтобы не было сомневающихся, я быстро зачитаю, потому что я торопил нашу комиссию, и, возможно, кого-то пропустили. Тверь, Иваново, Ярославль, Приморский край, Тамбов, Кострома, Курск, Свердловск, Питер, Калининград, Рязань, Красноярск, Воронеж, Липецк, Киров, Нью-Йорк даже, Белгород, Башкортостан, Кубань, Ростов, Смоленск, Якутия, Псков. Нью-Йорк надо показать. Ну, Нью-Йорк, встань! Кто? Приветствуем. Потом познакомимся с вами. Самара, Владимир, Саратов, Краснодар, Томск, Псков и Приднестровье. Повторяю, кого забыл или тут комиссия пока упустила, потом перерыв подойти и отметиться. Докладываю, что на собрание прибыли представители десятков общественных, политических и иных организаций. Я только отмечу, что от военных организаций присутствуют и активно участвуют Военно-Державный Союз России, доложил уже Союз офицеров и Русское офицерское собрание, Союз советских офицеров, Международный союз советских офицеров, Движение в поддержку армии, Ассоциация ветеранов вооруженных сил правоохранительных органов Приморского края. Ну, краевых я все и областных не буду засчитывать. Приморье отметим только потому, что человек приехал, майор Тарвали, за 10 тысяч километров и активно участвует не только сейчас, а уже многие последние годы в нашем собрании. И возглавляет эту ассоциацию, не состоящую из только делегата, допустим, или представителей Владивостока, а 40 с лишним районов, но он сам выступит, я за него не буду, районных организаций. А также ветераны Главкомата Вооруженных сил, Общевоинский союз, Союз Советских офицеров назвал, партии, вы уже слышали, упоминали здесь КПРФ, Справедливой России, партия Воля КПСС, если кого забыл, тоже отметимся. Организации, уважаемые общественные, Российский общенародный союз, Авангард Красной молодежи, комитет, Общественный комитет по борьбе с коррупцией, Русский собор, Союз казаков России и другие.